В Иванове стартовала молодежная велогонка. В субботу в 30-м микрорайоне прошел городской этап соревнований. Несмотря на жаркую погоду, покрутить педали и изрядно попотеть пожелали порядка 150 спортсменов. Наша ивановская велогонка, она становится все более популярной среди любителей велоспорта не только нашего города, не только нашей области, но и соседних областей. Поэтому с удовольствием участвуют и спортсмены города Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Костромы и Ярославля. Открыли велогонку малыши дошкольного возраста. Они пока в категории любителей, но готовились как настоящие взрослые спортсмены. Ну, я очень долго тренировался, очень прямо. Вот. Мне удалось сегодня победить, я старался. Первыми преодолеть дистанцию почти в 6 километров вышли любители велоспорта. Их соревновательная группа обозначена как хобби. А вот три другие категории – это уже спортсмены, участники различных соревнований и ветераны. У них правильная экипировка и профессиональное транспортное средство. Велосипед, например, стоит от 50 тысяч рублей и выше. На голове специальный защитный шлем, на ногах – велотуфли, которые крепятся к педалям. В таком обмундировании думать о неудобствах не приходится. Установка только на победу. Как в любом виде спорта, основная задача – это победа. По поводу падений, травм, ну как бы это бывает, ничего страшного в этом нет. Я бы не сказал, что велоспорт как-то особо травматичный вид спорта. Да, бывает рискуешь, как бы риск не всегда оправдывается, но это как бы, это именно соревнования, в этом и их и прелесть. Дистанция для всех категорий спортсменов, кроме первой, 40 километров. Маршрут велогонки проходит по кольцу улицы генерала Хлебникова, улицы Шубиных, проспект Строителей. Гоночную трассу хвалили многие. По словам велосипедистов, при грамотном планировании местных поворотов можно получить преимущество и оторваться от соперников. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.